Выставка World Food 2022, как следует из названия, интернациональная. И с нами сейчас мой гость Йенс Фрерикс, компания Зельгросс. Йенс, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания? Здравствуйте, Костя. Наша сеть – это торговая сеть. У нас 11 магазинов в России. Фокус Московская область, но тоже в 5 регионов действуем. У нас большие магазины, 10 тысяч квадратных метров в среднем. Предлагаем там приблизительно 40 тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Я знаю, что вы у нас были спикер, только что выступали на мероприятии. О чем было выступление, что хотели донести публике? Ну, в конце концов, это были вопросы и ответы. Но, конечно, весь аудитория хотел понять, куда двигается рынок, как мы себя чувствуем. Были много слухи, какие бренды уйдет, кто остается, что можно в будущем вообще здесь есть, и будем ли мы готов кормить население. И какие ответы на эти вопросы? Куда двигается рынок и готовы ли кормить? Если мы знали, куда двигается рынок, конечно, мы не были маленькие сеть, но еще побольше и более успешно. Кормить обязательно всем будем. Я тоже на выступлении сказал, что я уверен, что все требования можно выполнить. Возможно, что это не будет уже с этими брендами, которые раньше знали, к которым мы привыкнули. Но, как я слышу мои коллеги, и как мы тоже работаем, мы будем найти альтернативы, которые не меньше, не хуже по качеству и точно в этом количестве, которое требуется. Да, будем надеяться, что нам реально удастся найти альтернативы и в целом, да, с оптимизмом будем смотреть будущее. Спасибо вам большое, Йенс. Спасибо вам тоже.